Ребятушки, всем привет! Мы уже в деревне. Сейчас пойдем погуляем в лесу. Поснимаю вам немножечко нашей деревни. Все-таки тут хорошо, здесь есть снег хотя бы, не то что в городе. А еще мне осталось работать две смены. И у меня такое хорошее настроение в последнее время. Я просто счастлива. Я сейчас дома одна, все складывают дрова, и тут со мной кошечки лежат. А я уже вам показывала вроде как выглядит дом у бабушки с дедушкой, но я оставлю ссылочку на видео. А сейчас я хочу пойти покушать. И еще мы привозили сегодня торт, но его уже нет, остались только кусочки. Так, сейчас покажу быстренько. Вот так вот. Здесь еще была красная смородина, клубничка и физалис, но мы уже все съели. Сейчас я покушаю и с чаем еще один кусочек скушаю, такой вкусный. Мы покупали у нас на работе, в нашей кондитерской, очень классные торты. Сижу тут, рассматриваю альбомы, нашла наш свадебный, который мы делали как подарки бабушкам, родителям. Очень классно. Скоро буду заказывать альбомчик еще с фотографиями для себя. Не свадебными, а просто, которые есть. В общем, класс. Так интересно смотреть всегда распечатанные фотографии. Смотрите, это я маленькая, а это я с двоюродной сестрой. Прикольная такая была. С хвостиками. Вот фотография из детского сада, когда я ходила. Это фотография с собачкой. Была у дяди здесь, в деревне. Вика звали. Вот это я с бабушкой. А здесь опять мы с сестрой. Смотрите, какая деловая. Сидит возле центра. Это опять мы с сестрой, бабушки. Это мы с папой и с моим младшим братом. О, какое плохое качество. В общем, мы уже едем домой. Я поспала в деревне. В итоге все пришли с улицы. Мы покушали, собрались и поехали. Вот такие вот выходные у меня были. Все, я дома. Сейчас иду в душ. И буду садиться делать видео. К сожалению, они получатся коротенькие. Но какие есть. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.